мемориал погибших. Какие надписи? Какие тут елочки, как поделано все это. Смотри, вот как сумели сделать. Красиво. Не плачьте. Фамилия. Так, сейчас напишу. Так, вас пока идите по окружности снимайте, а я тут посчитаю все. Вечный огонь. Вечная память. Памятник. Это фотография. Сидит. Вот погибших сколько. Это ужас в один голос. 14. Я сейчас скажу, сколько это. Сейчас. Прям сразу скажу. Примерно, потому что они не до конца дописывают вам. Но все-таки. Это уже можно сказать.
12840. Это только в одном месте, мужиков. Представь себе, страна обезлюдила. Сейчас показывает, говорит, в один день советских танков там 120 на Курской дуге, а немцы только 3 танка потеряли. Впереди ров был, они прям сходу в ров падали туда, а их на месте расстреливали. Ну не жалели народ-то. Как говорят, Жуков сказал, солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Ну вот так или не так, но однако так. Сегодня, говорят, в среднем 5-6 за каждого немца платили. Я против войны, но и... А там видишь, какой памятник стоит он? Да. Прощание матери с сыном, спрашивает с кем? С матерью. Не с невестой. У него уже оружие в руках. Тут священники все приходили, венки возлагали. Огонь горит. Вода бы была, еще понятно. Огонь, у нас все это ассоциируется с другими. Вечный огонь. Да, с мужчинами. Ну вот и все. Так это не все. Вот наши, у меня 3 дяди погибли, и где там, Тюменцевский район, то их не нашли нигде в списках. 3 с одной семьи. 12 тысяч, ну 13 считай, 13 тысяч, легко запомнить. Иначе ты бы не сказал, даже это примерно нельзя. А вон, видишь, где этот, он прямо на этот, направь, и там видно купол, нет? Да. Вот, это там часовенка. И там цепенника вроде бы... Как раз там и находится Евгения Павловна, которая написала из брака язычества. Вот это вокзал, а вот это мемориал. Посмотри, какие сосны огромные стоят. Миллионы. Вот а тут только один. Деревянный был клуб железнодорожный. Так, посмотреть надо, где переходить. Можно, нет? Вот только за совет, как все удалось. Там у нас сразу 3 ставки. Вот здесь линейный отдел милиции. Я там вел занятия, и они помогали не раз. Мама ехала. Ну, иконы старинные еще. И остались в поезде. В поезде остались. А когда поезд тронулся, хватились. Ну, я пошел в линейный отдел. Они позвонили. И там сняли иконы эти и сюда прислали иконы вообще. Все? Ну все. С Богом. Это памятник, который мы снимали там. Мать прощается с сыном. Все, поехали. И вот большая стела стоит. Мать прощается с сыном. И навсегда. У моей бабушки, маминой мамы, 3 сына ушли на фронт. Макар, Филарет, Эммануил. Говорят, все погибли артиллеристами. Все, уходим. Сколько цветов понесли тут памятнику. Там мы были. Это город Барнаул. Прекрасный город. Красота какая. Вот оно все. Снимаем рядом. А какие цветы, клумбы. Мало того, здесь. На эту сторону опусти-ка, я танк сниму. Еще. Вон там стоит танк. Наверное, 34-ка. Вот он. А тут большой театр самый был. Сейчас что-то бочкари какие-то, пиво что ли пьют. А тут кинотеатр «Мир» был. Про него у меня стихотворение написано. Зоя Павловна была. Когда первый раз было здесь, фильм показывали, «Предчувствие». Я, говорит, сидела с мужем, у меня, говорит, зубы стучали. Я думал, в зале меня арестуют. Это сейчас все так. А тогда при коммунистах назвать все своими именами, это не просто так было. Пускай тут открыто будет. Вот эти красные дома, это первые дома тут были, 7-этажные или 9-этажные. А вот это отель, гостиница «Барнаул». Вот тут мы встречались с Малашиным, он погиб, режиссер. 2 фильма снял. Это «Барнаул».
Это все мы показываем. Это 23 мая 2020 года. Все там написано, можно просчитать. Трамваи бегут. Посмотрели поезда, автобусы. Это город Барнаул. Ну и что? Смотри, как красавец. А вот сейчас мы будем проезжать мимо здания. Очень знатное здание. Что-то я не вижу его. Это городской, как сказать, не суд или прокуратура. Меня арестовали где? Первый раз. Все в сейф положили, а потом отдали, когда освободился. А это администрация железнодорожная вот в этом здании. Мне неоднократно помогали тут они, на кого-то выводили. Голобокова Светлана Ивановна была тут такая. Вот здесь рядом, вот направо, жил Вагнер Николай Николаевич Потеряевский. Полковник в трех родах войск. Четыре высших образования было. Внезапно скончался. 45-го, что ли, года. Вот она. А вот здесь улица была мотомолодежная, безназванная. И тут мы жили. Прямо вот на этом углу. Сейчас все перестроили. Одноэтажный домик был, корова была, Корниловы. Иван Потеевич и Пелагея. Вот это да. Сама едет. Видите, умная да. Машина. Сама едет. А это вот большое здание Сбербанка. Не Сбербанк, а Центробанк. Меня тут обманули. Пришла помощь с Запада от верующих-то. Но я не стал брать. Говорю, до осени пусть, потом я шифер закуплю. Приезжаю, а банк Эленбанк нету его уже. Ну и все, судился. Ну ладно, прокурор был, как-то настояли. Половину отдали, а там было 1500, наверное, долларов. А это вот мы с этой стороны показываем, краевая администрация. Вот. А тут дворец спорта. Вот это вот. Дворец спорта. Ремонтировали же его? Ну да. Некрасивый. Дворец спорта. А это бассейн. Бассейн. Мир глобальный. Это у них тут этот бассейн купаются. Вот. Ну вот и едем. Это, наверное, улица... Социалистический. О, социалистический? Да. Ну вот можно все, закрыть одно окно. Справа можно закрыть, а то сильно меня вышибает. А вы слева закрыли. Ладно тогда, пускай. А. Какие здания огромные. Это мы идем домой. Все. Суббота сегодня. Все, закрываем. Все, можно закрыть. За аулой едем. Теперь куда? За аулой. Да я. Ну давай. Там собачка какая. Ой, чего ж. Игрушечная. Ну и хорошо, все у меня.